Премьер-министр Тимир Сариев накануне посетил временный терминал по сборке компьютеров для проведения парламентских выборов, расположенный в здании госконцерна «Учкун». Первую партию комплектов техники направили в Баткенскую и Джалаватскую области. До воскресенья все комплектующие будут собраны и отправлены в остальные регионы. Также на объекте поочередно дежурят первый вице-премьер-министр Таербек Сарпашев и глава ГРС.